кину, как ветки, те года, что вдали. Дело было в разведке посередке земли. Мы с товарищем Петей не дразнили врага. Враг нас первым заметил и полез на рога. В голове два пароля, еще дальше шифры. Петя выловил Коля, нажимай на пары. Чтобы в центре Европы после стольких побед мы остались в сердце драгоценный секрет. Друг мой тёртый битый и печёный в зале, если слышит он битый, то ответ селёвле. Может выкушать море, а закушать горой, это внешне он горе, а внутри он герой. А ещё он по части переломит гитар, а ещё он по части анекдотов в мостах. Про Чапаева с Анкой, да под Кузькину мать, здесь его только танком, по-другому нельзя. Но выхода нету ни вперед, ни назад. Неужели же спета наша песенка, брат? Петя выплюнул гады и шагнул, как сортир. Купят так, комарады, кто из вас командир? И сказал старшому, вам и нам нелегко. Вот теперь хорошо бы напоследок пивко. Много сдернул я пробок за свои 40 лет. Но скажу без подколок, лучше вашего нет. Их старшой тут работу, патриот, как я, срочно сделался горным и ответил, я-я. Мы сидели в таверне, что звалась «Два козла». И скажу откровенно, выпивали без зла. А потом начал мучить Петя их без речей, про Чапаев, про Чукчу и про всех речей. И забыл о секрете, так смеялись враги, что шепнули в клозете, не догоним, беги. Нам такое два раза ни к чему повторять, только пиво, зараза, так мешало бежать. С той поры тайны смело носит нам их старшой. Так бывает, коль к делу ты подходишь с душой. Я раздвину, как ветки, те года, что вдали дело было в разведке посередке земли. Спасибо, вот такая история, живая.